Одно из величайших событий в истории пятидесятничества – само его рождение. Это движение стало распространяться из Лос-Анджелеса по всему миру. Мы обратим внимание на двух людей. Я решил объединить этих двух людей, потому что вдвоем они сыграли очень важную роль, и на протяжении всей жизни их судьбы были тесно переплетены. На прошлом занятии мы говорили об Уэльском пробуждении. И тогда я сказал, что я верю, что Бог избрал Уэльское пробуждение стать началом восстановления крещения Святым Духом и говорения на языках. Но в силу ряда обстоятельств возможность была потеряна. Но почти в тот же месяц, если не в тот же день, когда Эван Робертс стал уходить со сцены, движение Святого Духа, бывшее в Уэльсе, перенеслось из Уэльса в Лос-Анджелес. Был писатель и христианский проповедник Фокс Пархам. Он не был путешествующим проповедником, но публиковался как христианский автор в книжных издательствах в Северной Калифорнии. Он переписывался с Эваном Робертсом о том, как принести его пробуждение в Лос-Анджелес. Когда пробуждение действительно началось в 1906 году в Лос-Анджелесе, там появился чернокожий мужчина Уильям Джей Симор. Но чтобы понять все, что происходило на улице Азуза, мы должны обратиться к другому человеку, Чарльзу Пархаму, из города Тупика, штат Канзас. Сначала мы посмотрим на его жизнь, а потом перейдем к Уильяму Джею Симору, и затем посмотрим на них вместе, в свете происходящего на улице Азуза, откуда стало распространяться пятидесятничество. Каждое пробуждение подобно младенцу. О нем следует заботиться и уделять ему внимание. Если же этого не делать, оно скоро умрет. У первых пятидесятников было много нужд. Мария Эттер помогала молодым церквям обрести постоянство в учении, изучении слова движения в духе. Сегодня мы рассмотрим жизнь Чарльза Пархама. Родился он в том же штате, что и известный евангелист Билли Сандей. Пархам родился 4 июня 1873 года в Айове. Его семья переехала из Айовы в Канзас в 1878 году. Он начал посещать свою первую воскресную школу. Когда вы читаете историю его детства, вы наталкиваетесь на такие слова. «Я всегда был больным и хилым». В детстве и отрочестве он постоянно болел. У меня есть список всех его болезней. В 9 лет он подхватил лихорадку и месяц не вставал с кровати. Затем у него был общий воспалительный артрит. Спустя некоторое время он так заболел и похудел, что едва мог держать руки. Он был настолько худ, что не мог даже держать мяча в руках. Он без рентгена светился насквозь, таким худым и хрупким он был. Чтобы отправиться от этого, ему потребовалось время. А после того у него были проблемы с кишечником, где завелись ленточные черви, отчего у него возникли проблемы с пищеварением. Лекарства, прописанные ему, только ухудшили дело и затормозили его физическое развитие. Затем он еще сильно простудился. Все свои детские годы этот бедняга страдал от различного рода болезней. Но он верил, что Бог призвал его быть проповедником. Меня удивляет, что многим проповедникам приходилось проходить через страдания. Происходило это потому, что они не знали, как с этим бороться, как противостоять дьяволу и верить, что Бог дает победу. Я надеюсь, что вы умеете это делать, и вам не придется проходить через те же испытания, которые вам совершенно не нужны. Его мать умерла в декабре 1885 года. Отец на следующий год снова женился. В возрасте 13 лет Пархам обратился к Богу и отдал свою жизнь Иисусу Христу. Когда ему исполнилось 14 лет, методистская церковь допустила его к служению увещевателем, что является низшим рангом служения в этой церкви. В возрасте 15 лет он уже проводил свое первое собрание. Он начал очень рано проповедовать. Я знаю, что каждый человек, слышавший Божий голос, начинает делать что-то и не ждет, пока достигнет определенного возраста. Вам не нужно дожидаться, пока вам будет 30, или 40 или 50 лет, чтобы начать проповедовать. Как только Бог дает вам возможность открывать перед вами дверь, входите в нее. В возрасте 16 лет он оставляет свое служение и поступает в колледж. Хотя христианство не переставало его интересовать. Но тогда он начал отступать от Бога и снова заболел. Когда мы отходим от исполнения воли Божьей в своей жизни, мы вступаем на территорию врага, и он пользуется нашей ошибкой.
Когда, по его словам, он находился на смертном одре, он воззвал к Богу и сказал, что будет продолжать проповедовать. После этого он очень быстро выздоровел, как только сделал свое исповедание обещания Господу. В возрасте 21 года он стал полновременным служителем-евангелистом, а 31 декабря 1896 года он женился на девушке по имени Сара. На следующий год у них родился первый сын. Вскоре он начал приходить к пониманию того, что есть служение исцеления. Он видел в Писании места, где говорилось о том, как люди получали исцеление. И это породило в нем желание узнать побольше о служении исцеления. Он отправился в Чикаго и пришел в один из домов исцеления, открытых Доуи, чтобы посмотреть, что там делается. Он посетил еще одного человека по фамилии Сэмптон, который считал Доуи получившим воплощение Иисусом на земле. И он начал думать, как может создать свои собственные дома исцеления. Он вернулся в Канзас и решил, что откроет свой собственный дом исцеления, который и открылся в 1896 году. Он основал то, что он называл Вифилем. Дом исцеления был большим зданием, двух- или трехэтажным особняком со многими комнатами. Он был местом, куда приходили люди, нуждающиеся в исцелении. Они не должны были принимать лекарства или следовать советам врачей, но должны были доверять свое исцеление одному Богу. В раннем пятидесятничестве было много учений типа «врачи от дьявола», «лекарства от дьявола», и в те дни медицина не была такой точной наукой, какой она является сегодня. Она только развивалась. Когда позиция отрицания... Часто позиция отрицания возникала не из дурных побуждений и не из-за невежества, потому что порой люди принимали лекарства и соглашались на операцию, но им становилось только хуже от этого. Однако сейчас ситуация обстоит немного по-другому. Бог может использовать медицину, Он не против ее. Он может спасти вашу жизнь, пока ваша вера не окрепла настолько, что вам, что лекарства вам будут больше не нужны. И слава Богу, что мы достигаем уровня божественного здоровья. Если вам нужны лекарства, не бойтесь их применять, не сидите и не мучьтесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали. Неважно, как вы исцелитесь, либо через действие Бога, или принимая аспирин. В первые же годы после появления пятидесятнического движения исцеления существовала такая система взглядов. Я понимаю ее и не сужу строго о ней. Фархам отправился в Канзас и стал открывать там дома исцеления. Он начал рекламировать их. «Дайте мне помолиться за вас, и вы встанете, получите исцеление, будете здоровы». Там начали происходить великие чудеса. Тогда он решил, что откроет библейскую школу. Это было большим событием в его жизни. В октябре 1900 года он открыл библейскую школу в Тупике, штат Канзас, которая называлась колледж Вифиль. Вслед за домом Вифиль появился колледж Вифиль. В этом городе жил человек по имени Стоун, который хотел построить большой красивый особняк для себя. Он разбогател в другом городе, выращивая и продавая овощи для больницы, занимаясь другой благотворительностью. Затем он переехал в Канзас, где хотел построить этот величественный дом. Но наступила экономическая депрессия, и он потерял много денег, так что не смог закончить строительство. В доме была высокая башня, несколько этажей, просторные комнаты, деревянные лестницы и другие вещи, которые он привозил из Европы. Теперь же он был так сокрушен от случившегося, что просто отдал этот дом Пархаму, который был очень благословлен этим. Пархам объявил, что собирается создать библейскую школу. И он начал набирать себе студентов. Он дал объявление в нескольких местных газетах о том, что все желающие могут приезжать и складывать свои деньги в общий котел и доверять Богу завершение работ по постройке полов и крыши. И станут делиться друг с другом, изучать Божье Слово, благовествуя этому миру. Чарльз Пархам горел желанием благовествовать миру. Впоследствии мы узнаем, как в результате этого благовествования родилось пятидесятническое движение, и его огонь разгорелся по всему миру. Итак, он открыл школу, и несколько человек приехало учиться туда из разных частей страны и из Канзаса. Он проповедовал о святости. Он глубоко понимал значение второго пришествия. Он верил, что Христос скоро вернется. Он хорошо знал Ветхий Завет. Но когда он дошел до книги «Деяния апостолов», он столкнулся с небольшой проблемой. Проблема заключалась в крещении Святым Духом. Что было свидетельством этому? Когда человек получал крещение Святым Духом, когда это происходило? Говорили, что человек должен был облечься силою, но как он должен был ее получить?
он задал учащимся все эти вопросы. Он сказал: «Я отправляюсь в город неподалеку отсюда, и когда я вернусь, я бы хотел услышать от вас, какие выводы вы сделали для себя, каким должно быть свидетельство крещения Святым Духом». Такую задачу он поставил перед учащимися в конце 900 года. После возвращения со встречи, на которой он проповедовал 2-3 дня, он обнаружил, что все его учащиеся пребывали в молитве, пытаясь принять Духа Святого. Он собрал всех вместе и спросил: «А в чем дело? Что здесь происходит?» Они ответили: «Президент Пархам, мы пришли к заключению, что если человек принимает Святого Духа, он начинает говорить на ином языке, который Бог ему дает. И сейчас мы все ищем этого». Далее они стали приводить ему другие места Писания из книги Деяний и апостольских посланий, где говорилось о говорении на языках, которые были первоначальным свидетельством крещения Святым Духом. Пархам сказал: «Я не совсем это понимаю». Тогда к нему подошла одна женщина и сказала: «Президент Пархам, возложите на меня руки и попросите Духа Святого наполнить меня, чтобы я могла получить эти святые языки и начать делать то, к чему я призвана». Пархам рассказывал, что он немного колебался, потому что сам еще не был полностью уверен в этом, и сам никогда не получал этого крещения, свидетельством которого были языки. Однако женщины бывают настойчивы. Она не отпускала Пархама: «Помолитесь за меня, помолитесь за меня». И в итоге, благодаря ее упорству, он решил возложить на нее руки и попросил Бога наполнить ее Святым Духом, чтобы это свидетельство пришло в ее жизнь. Он помолился краткой молитвой, вроде той, которую я сейчас произнес, убрал с нее руки, посмотрел на нее, подождал несколько мгновений, чтобы увидеть, что произойдет. И вдруг он и несколько учащихся заметили, что ее лицо озарилось небесным сиянием, и из ее уст начал течь необычного рода язык. Он потек подобно реке, и она не могла говорить по-английски в течение нескольких дней после крещения Святым Духом. Также она получила возможность говорить и писать на китайском языке. Это было официально подтверждено ученым-лингвистом, пришедшим посмотреть на это явление. После этого люди стали еще сильнее искать Бога. Я должен вам сказать, что среди учащихся нашли такие люди, которые решили, что все вокруг них посходили с ума, и они оставили школу, но остальные остались. И к ним стали присоединяться новые члены, члены других церквей и их служители со всей округи, когда они услышали о возрождении Пятидесятницы. Чарльз Пархам говорил, что была восстановлена апостольская вера, или, как он ее называл, первобытная вера, имея в виду, что такой была вера первых апостолов, и то, что Бог делал при их жизни сейчас, возрождается. И что делается это с целью благовествования этому миру. В ранние годы пятидесятническое движение в тупике бытовал термин, придуманный Пархамом, который сегодня редко используется. Это термин «миссионерский язык». Получая крещение Духом, человек получал язык для особой миссии. Люди верили, что если вы говорите на небесном языке, то это для общения с Богом. Но если Бог дает вам земной язык, то это для работы в том месте, куда вы призваны. Это может быть африканский язык, или язык африканского диалекта, африканского языка, или китайский диалект, или какой-либо азиатский диалект, или любой восточный язык, и это определяет место, куда вы призваны ехать и проповедовать Евангелие. Если Бог дает вам такой язык, вы должны ехать туда и говорить на этом языке, молиться на нем, а люди будут слушать вас и принимать спасение и обращаться к Иисусу. Сегодня такое может показаться странным. Однако, именно это стало причиной того, почему пятидесятническая вера стала так быстро распространяться по всему миру. Когда же движение разрослось, люди стали смеяться над этим и уделять больше внимания молитвенному языку, который Бог дает для общения с Ним самим. Однако в истории, описанной в книге «Деяния», а также в дни раннего пятидесятничества на заре нашего века, у людей была эта возможность. Вот почему они шли, покупали билет на пароходы, плыли в Африку, в Россию, в Малайзию, в Юго-Восточную Азию, потому что они чувствовали свой призыв, и Пархам верил, что это позволит ускорить процесс мирной евангелизации и приблизить возвращение Господа, чтобы забрать домой свою невесту. Внезапно господин Стоун захотел вернуть себе свой дом.
Он больше не хотел оставлять за Чарльзом Пархамом и его учащимися право пользоваться им. Он забрал его назад и сдал в аренду книжному складу. Но новые владельцы устроили там взрыв и сожгли его. Таким образом, дом, с которого началось пробуждение в тупике, где началось постановление крещения Святым Духом, сгорел, потому что его отдали книжному складу. Чарльз Пархам сказал господину Стоуну: «Вы забрали его у меня, и теперь Бог будет судить вас, и никто больше не воспользуется этим домом». Я думаю, что он был прав. И сегодня, если вы окажетесь в тупике, штат Канзас, на том месте, где некогда стоял этот особняк, то увидите, что до сего самого дня там ничего нет. Место окружено другими домами, но на том месте так ничего и не было построено с тех пор. Поэтому я считаю, что если Бог проклинает что-либо, Он проклинает это навсегда. Сегодня люди там играют в футбол, там, где лежало основание этого величественного здания, откуда началось восстановление Пятидесятницы. Чарльз Пархам считал очевидным, что в его жизни существует сопротивление. Действительно, он встречал сопротивление. Когда он стал проповедовать апостольскую веру и крещение Святым Духом, люди начали думать, что он не в своем уме. В газетах появлялись статьи о том, об этих событиях. Появлялись заголовки типа «Пятидесятница», и мальчишки, торгующие газетами, кричали об этом на всех улицах. Газета говорила о Пятидесятнице, а люди, говорящих языками. И Пархам переехал в город, называемый Келина, в Канзасе, где у него было первое успешное служение пробуждения. Он ездил и в другие места, но там он не получал большого отклика. Местные служители смеялись над ними и говорили, что он слишком далеко зашел. Было похоже, что Бог не пускает его в одни места, вместо этого направляют в другие, где он проводил успешные служения пробуждения. В его церкви было около 800 новообращенных и несколько тысяч человек на собрание. Они все любили брата Пархама. Также его приглашали приехать в город Орчард, штат Канзас, пригород Хьюстона. В Хьюстоне он проводил другие собрания, где говорил о возрождении Пятидесятницы, возрождении апостольской веры. Он стал проповедовать там, и вдруг он решил открыть собственную библейскую школу. Он открыл библейскую школу в Хьюстоне и начал учить о приходе пробуждения в этот город. Вместе с ним в этом городе был человек по имени Уильям Джей Симор. Он был проповедником движения святости, и он слышал разговоры о библейской школе Пархама. Симору это понравилось, и он сказал, что хочет учиться в этой библейской школе. Однако он был чернокожим, и в те дни в обществе действовал закон Джима Кроу, согласно которому черные и белые не должны были находиться вместе, и у черных не было многих гражданских прав. Это происходило в начале 20 века, 1901, 2, 3, 4 годы, и Пархам старался соблюдать законы своей страны. Но он говорил: «Мы не против, чтобы среди нас были черные братья». Он не мог посадить Симора вместе с остальными в классе, но вот что он сделал. Он посадил брата Симора рядом с дверью, ведущей в классную комнату. И он один в другой комнате слушал учения Пархама и других учителей, потому что он не мог быть среди белых учащихся. Однако самым лучшим учеником был именно тот, который сидел в другой комнате и слушал через дверь. Это был брат Симор. Он сидел там, слушал проповедь, верил тому, чему его учили. Его сердце касались места Писания, и он не оставался к ним безразличен. Но тогда он сам еще не принял крещение Духом. Брат Пархам был уникальной личностью. Ему нравилось изучать историю средних веков, Ветхий Завет, и он наряжал своих учащихся в античную средневековую одежду. Они ходили по улицам и говорили, что возрождается апостольская вера. Она возвращается, и они приводили людей, следовавших за ними, прямо в учебную аудиторию, где им проповедовали спасение, исцеление и крещение Святым Духом. Симор воспитывался в такого рода окружении. Ближе к окончанию курса обучения он получил приглашение из Калифорнии. Ему предложили провести собрание в церкви Назарянина в Южной Калифорнии. Он поехал туда, однако это болью отозвалось в сердце других студентов и самого Пархама, потому что он видел в нем своего ближайшего помощника. В то время было два основных места пробуждения – Хьюстон и штат Канзас. Однако, поскольку Симор настаивал, Пархам в итоге согласился. Симор отправился в Калифорнию. В первый вечер он проповедовал в церкви Назарянина, куда он был приглашен. Он проповедовал на тему из книги «Деяния 2.4». «Когда вы примете Духа Святого, вы будете говорить на ином языке, и это останется, и это остается верным до сего дня. Сегодня день восстановления».
Сам он еще не принимал крещение Святым Духом, но он верил в это уже. Он закончил проповедовать, все казалось, шло нормально. Но на следующий день он пришел к дверям церкви, и на них висел большой замок, и было написано: «Мы тебе не верим, ты нам не нравишься, мы отменили собрание, возвращайся назад». Но это не все. Может казаться, что все кончено, но Бог открывает новые двери. Нашлись люди, которым Симор понравился. Они пришли и сказали: «Брат Симор, не хотите ли прийти к нам домой? Расскажите нам, что у вас происходит. Расскажите нам об этом Духе Святом и о том, как его принять. Мы верим вам. Никто не верит, но мы верим». Он пошел и стал проповедовать, проводить домашние собрания в маленьком доме. Это был один из таких длинных, но узких домов, где прямо из входа видно дверь черного входа. А там он учил и проповедовал. Некоторые из собравшихся стали принимать Святого Духа, падать на пол и молиться на языках. А все в городе заговорили об этом. Скоро все узнали, что пятидесятница вернулась в Калифорнию. Услышав об этом, газета Los Angeles Times начала печатать статьи об этом. И очень скоро в этом доме стало тесно. Люди лезли в окна посмотреть, что творится внутри. И крыльцо под их весом однажды обвалилось, и люди покатились вниз с холма. В начале своего существования пятидесятники были шумным народом. Они кричали, пели, бегали, шумно славили Бога, хлопали в ладоши и тому подобное. Это просто выводило соседей из себя. А можете представить себе дом, полный народу, внутри, на улице, они молятся на языках, падают, катаются по полу, кричат и не дают заснуть. Соседи стали вызывать полицию. И Симор понял, что нужно что-то делать. У них не было места для всех, и кроме того, полиция могла просто все запретить. Они начали искать себе помещение. Они стали искать его по всему Лос-Анджелесу и нашли дом по самому известному на сегодня адресу истории пятидесятничества. Дом 312 на улице Азуза. Все пробуждение получило название по имени этой улицы. Пробуждение на улице Азуза. Это был двухэтажный сарай, бывшая конюшня. Симор и еще пару человек вымыли, вычистили его. Сам Симор жил на втором этаже, а на первом этаже проводились собрания. Помещение вычистили, соорудили кафедру из двух сундуков, а скамьи были из сколоченных вместе досок. Сами доски были положены на битую в землю столбики. Затем стали проводиться собрания. И тут все началось. В это помещение набивалось до 12 тысяч человек, приходящих на собрание. В течение 3.5 лет, ни днем, ни ночью, не было такого часа, чтобы там не проводилось собрание. Так было на улице Азуза. Можете представить себе пастором церкви, у которого нет выходных дней. Можете представить себе пресвитером церкви в жизни, которого днем и ночью в течение 3.5 лет не было ничего другого, но только церковь, 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 день и ночь, день и ночь. Так вот было на улице Азуза. Люди приходили со всех окрестностей, и местная газета сообщала: «Мы бурлим». Так они говорили про крещение духом на улице Азуза. Собрание продолжало расти. Приходили богатые люди, приходили бедные люди, приходили представители различных рас и народностей. Не было никаких конфликтов на расовой почве. Когда происходит движение духа, тогда хватает места для всех. И все чувствуют себя прекрасно вместе, и нет никаких трудностей во взаимоотношения, потому что когда приходит Бог, приходит Его любовь, и все человеческие предрассудки исчезают. Где Дух работает, там не будет никаких расовых разделений. Никогда. Если есть разделение, тогда это не действие Духа, либо там что-то стоит поправить. Брат Симор начал выдавать журнал под названием «Апостольская вера». Название он позаимствовал у Пархама. Пархам получил от Симора письмо с просьбой приехать и помочь ему руководить пробуждением. У нас идет все полным ходом, но я не знаю, что мне делать. У нас возникли некоторые проблемы. Мы не можем различить, где работа Духа, а где работа плоти. Мы уважаем вас как нашего духовного отца. Приезжайте, приезжайте. Пархам ездил по местам, где происходило пробуждение в Канзасе, в Техасе, и также он ездил в Сион, штат Иллинойс, где находился Доуи.
Он считал, что Бог направляет его в этот город, чтобы исцелять людей и принести пробуждение Пятидесятницы народу Сиона. Когда же он приехал туда, он встретил сильное сопротивление со стороны Вобла, занявшего место Дуи. Пархам не понравился Воблу, потому что тот боялся его. Но другие люди приняли Пархама и считали себя его последователями. Это было сущим кошмаром для Вобла, потому что другие люди, такие как Эдгар Басборд, полюбили Пархама. Они поверили ему. Число таковых начало расти, и люди ощутили силу Пятидесятницы. Воблу не нравился Пархам. Вобл начал расклеивать плакаты по городу. «Эти люди лишат вас рассудка, эти люди разносят болезнетворных микробов, эти люди еретики, лжепророки, остерегайтесь их. Но Духа Святого остановить невозможно». Однако Пархам перед лицом всей этой кампании против него решил, что его работа здесь завершена. Он оставил Сион и откликнулся на зов Симора из Калифорнии. Пархам отправился в Лос-Анджелес. В первый вечер он проповедовал. Затем он посмотрел на происходящее и сказал: «Кое-что у вас следует поправить». Он заметил, что некоторые из людей на улице Азузы ударились в спиритизм. Кто-то практиковал гипноз. Но вместе с тем люди принимали Святого Духа, молились на языках, Бог исцелял людей и не принимали спасения. После первой его проповеди двое человек, практиковавших гипноз, подошли к нему и сказали: «Мы не желаем вас видеть здесь, уезжайте отсюда». Пархам сказал же им: «Симор, от этого нужно избавиться. Это неправильно». Также уже начинали происходить конфликты между представителями различных рас. Там были столкновения на расовой почве. Но самое важное, что нам надо знать про Азуза, это то, что там люди принимали Святого Духа и говорили на иных языках. Все остальное было второстепенно. Сочетание представителей различных рас было от Бога, и это было хорошо. И это, на мой взгляд, было вторым важнейшим показателем пробуждения. Первым было принятие Святого Духа, а вторым, несмотря на действие закона Джима Кроу, было то, что люди собирались вместе. Китайцы, африканцы, американцы, белые, черные, все собирались вместе. Они принимали Духа и возвращались к своим народам, в свои страны и несли туда переживания Пятидесятницы. Помните о причинах этого пробуждения. Прежде всего, Бог хотел, чтобы люди принимали силу Святого Духа, получали молитвенный язык для общения с Ним, для ходатайства и могли двигаться в духе возрождения. Он хотел, чтобы Дух Святой двигался через них. Это была основная причина пробуждения. Любая другая причина будет второстепенной. Я говорю это совершенно серьезно, потому что в современном мире люди пытаются переписать историю заново. Я против этого, потому что главной целью Бога в этом пробуждении было заставить вас исполниться Святого Духа, чтобы вы были свидетелями в тех землях, куда Бог вас призывает. Между Симором и Пархамом возник конфликт, потому что Пархам любил в разговоре рубить с плеча. Он стал причиной разделения церкви Симора, проведя в нескольких кварталах от него несколько успешных собраний, уведя несколько человек от Симора. Это стало фактически временем начала конца для собраний на улице Азуза. Симор со временем прервал отношения с Пархамом, говоря: «Мы считаем его своим духовным отцом, мы приняли Христа через него, да, он наш духовный отец, но теперь мы будем следовать только за Господом и делать то, чему мы призваны». Пробуждение на улице Азуза и брат Симор столкнулись с новыми трудностями. Одна из них состояла в том, что одна женщина считала, что Симор допустил ошибку, вступив в брак со своей женой. В то время люди думали, что вам не следует вступать в брак, потому что Господь грядет очень скоро, а брак будет отвлекать ваше внимание от выполнения Божьего дела. Он с женой полюбили друг друга и решили пожениться. Та женщина сильно расстроилась из-за этого и украла список адресов переписки, которую церковь на улице Азуза вела с более 50 тысячами людей во всем мире. Симор рассылал журнал «Апостольская вера» и знал, кто его получает. Он рассказывал в нем о последних событиях, о том, как быть в духе, как принять Духа Святого. Статьи с улицы Азуза вдохновляли многих людей в мире. Но та женщина украла список адресов, уехала на северо-запад США, штат Орегон, и стала выпускать свою апостольскую веру. И с тех пор не возвращала этого списка. Симор потерял возможность контактировать с людьми.
Сначала он прервал связь с братом Пархомом, а теперь он уже не мог общаться с людьми в мире. Он не сумел получить списка назад. Она выпускала собственный журнал, но он не имел большого успеха. Влияние церкви на улице Азуза пошло на спад. Однако пятидесятническое возрождение началось, потому что люди в нем горели желанием нести благую весть в свои народы. Они стали разъезжаться по всему миру на больших океанских лайнерах в Африку, Азию, Европу, Южную Америку и несли им пробуждение пятидесятницы. И несколько лет об этом 50, и через несколько лет об этом движении, об этом пробуждении уже говорили повсюду в мире, и люди принимали его. Молодые пятидесятнические церкви стали появляться как грибы по всей Африке, Европе, Америке, Норвегии, в Англии. Люди поехали во Францию, в Россию, в Китай. Эти люди были немного эксцентричными, и в первые годы пятидесятнического движения некоторые считали, что с ними творится что-то неладное. Моя бабушка была еще жива, которая еще жива сегодня. Сегодня ей 88 лет. Помню свои ранние годы пятидесятнической церкви в штате Огайо. Я рассказывала, как некоторые люди считали это своего рода заболеванием, они думали, что те посходили с ума. Они даже старались переходить на другую сторону, потому что они не хотели подхватить эту заразу. В жизни Пархама было несколько забавных вещей, связанных с этим. Он написал в своем объявлении: «Это заразительно, это распространяется мгновенно, от этого нет защиты. Переживание пятидесятницы вот-вот захватит вас и весь мир». Он говорил: «Приходите и примите этого микроба на наших собраниях». Люди бежали от него, они резали его палатку, кидали камнями и яйцами пятидесятников, проповедников и простых верующих. Представители евангельского движения, движения святости, считали их ненормальными. Они называли их безграмотными, психованными, истеричными, припадочными. Но знаете, сегодня эти так называемые истеричные припадки стали самым быстро растущим движением в христианстве. Это продолжает распространяться по всей земле. Пятидесятничество – самая быстро растущая часть христианства в мире. Оно просто охватывает планету. Сегодня в Бразилии некоторые люди озабочены этим. Папа Римский не перестает ездить в Бразилию в надежде, что сможет приобрести влияние на бразильцев, потому что пятидесятничество вытесняет католицизм повсюду в стране. Люди принимают спасение и исполняются духом. Они создают новые церкви и благословляют людей. Такое происходит сегодня по всему миру, чтобы идти... Такое происходит, когда мы принимаем силу, чтобы идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Переживание пятидесятницы – это не единичное переживание. Иногда люди говорят: «Я однажды говорил языками в 1942 году. Я знаю, что я принял Духа Святого». Ховард Картер, человек, открывший первый пятидесятнический библейский колледж в Англии, как-то сказал следующее, и мне это очень нравится. Он сказал: «Крещение Святым Духом – это беспрерывное переживание. Это не единичное переживание, когда вы ощутили силу и говорили языками, и поэтому знаете, что вы приняли Святого Духа. Вы должны быть наполнены Духом всегда». Я верю в это. В первые годы существования пятидесятничества формировалась доктрина, которая изменялась с того времени. Любое пробуждение подобно младенцу, а младенцу требуется время, чтобы подрасти. Так в первые годы существования служения существовало служение ожидания. Люди приходили и ожидали прихода Святого Духа. Но вам не нужно ждать этого, ждать того, кто уже пришел. Находясь в горнице, христиане ждали пришествия Духа. Но к нам с вами он уже пришел, нам нужно только бы его принять. В первые годы существования пятидесятничества люди не знали ничего другого, поэтому они просто ждали, ждали и ждали. Они кричали, шумели, вопили, носились вокруг алтаря, пытаясь принять Святого Духа, и, наконец, он приходил. Но вам не нужно больше ждать. Он уже пришел. Вы принимаете ему мгновенно по вере. В раннем пятидесятническом служении происходило еще нечто. Они сильно кричали, их стали называть кричащими людьми. Когда на вас сходит сила, у вас рождается внутри звук, и он выходит наружу. Первые пятидесятники бегали, кричали и танцевали. Это пугало представителей евангельской церкви. Они были не готовы к этому. Они считали это непотребством и беспорядком. Они критиковали этих людей, называли их катальщиками. Что это такое катальщики? Это когда кто-то падает на пол и начинает перекатываться по полу под действием Божьей силы. Я думаю, что некоторым проповедникам, пятидесятникам сегодня нужно немного покататься, чтобы они почувствовали себя немного свободнее, чем они есть. Многие из них напоминают проповедников из мертвых деноминаций.
потому что они оставили свой источник сил. Пусть молодые пастыри не считают их примером для подражания. В служении должна быть радость и жизнь. Нужно что-то делать и не бояться людей, но бояться только Бога. Уважайте людей, почитайте их, но не бойтесь их. Бойтесь Бога одного. Эти молодые пятидесятники, эти молодые церкви стали появляться. И их пастырей стали выгонять с работы. У них было мало денег. Они начинали пробуждение, привлекали к себе людей, у которых тоже не было денег. А значит, они не могли много дать. Моя бабушка была в церкви, где пастор был участником христианского миссионерского содружества, который был частью движения Симпсона. И он написал в церковь на улице Азузы и просил, чтобы кто-нибудь приехал оттуда и рассказал о пробуждении. Затем они начали выслушивать всевозможные предупреждения. Люди из их окружения стали говорить им: «Будьте осторожны, мы слышали об этом, там что-то не так». И так пастор заключил завет с Богом. Он сказал: «Если это действительно от тебя, тогда пусть эти люди с улицы Азуза, оттуда приехали две женщины, когда эти люди приедут и поднимутся на сцену, тогда пусть другие три человека, чьи жизнь я хорошо знаю, пусть они сразу же заговорят на иных языках, и я поверю тогда, что это от Бога». Так оно и случилось. Их встретили на вокзале, привели на следующий вечер на собрание, представили их, после чего они поднялись на сцену и стали свидетельствовать об апостольской вере и о возрождении Пятидесятницы. И те люди внезапно начали один за другим говорить на языках с восклицаниями. Тогда пастор церкви сказал: «Это от Бога», и он сам принял крещение Духом. Чуть позже моя бабушка стала членом этой церкви и приняла Духа Святого на одном из собраний. Быть пятидесятником в те дни значило совсем не то, что это значит сегодня. Я не знаю, как наиболее полно это можно выразить, но в те дни вы бы оказались самым неуважаемым человеком. Это была самая презираемая церковь. Вы были бы изгоем общества. Уже во времена Орла Робертса и сестры Макферсон пятидесятники начали приобретать уважение. Сами эти двое служителей привели многих к крещению Духом. До этого же времени эти люди были самыми неуважаемыми в своем обществе. Их считали странными, нищими, необразованными. Вначале среди пятидесятников было немного образованных людей. Таким было первое и второе поколение пятидесятников. Первое поколение искало, как получить силу. Второе поколение искало уважение людей. Когда же настало время третьего поколения, то все, что было вначале, оказалось полностью потерянным. Совсем не обязательно вам иметь образование. Бог может использовать его, и это чудесно быть образованным. Но это не является обязательным требованием. Иметь образование – это чудесно. Моя мать имеет прекрасное образование. Я сам книжный червь. Я люблю учиться и познавать многие вещи. Но условием для того, чтобы Бог начал вас использовать, является отношение вашего сердца. Если у вас есть образование, Бог может использовать его. Но вы должны держать свое знание в подчинении библейскому знанию и Духу Святому. Некоторым людям бывает трудно это сделать. Симор на улице Азуза начал проигрывать. Он оставался пастором до конца своей жизни. Он умер, диктуя письмо. Он всегда находился на улице Азуза. Его жена продолжала его работу после его смерти. Брату Пархаму было брошено много вызовов в течение его жизни. Он был обвинен в безнравственности, в гомосексуализме, что было чудовищной ложью. Он путешествовал и проповедовал. И были люди, которым он не нравился, и они пытались вставить ему палки в колеса. С помощью газеты они добились всего ареста за неприличное якобы поведение и тому подобное. Главным обвинением, выдвинутым против него, было обвинение в сексуальном надругательстве над молодым человеком, чему якобы было подтверждение. Когда Пархама вели на суд, люди бросали в него камни. Но когда он сказал, что его забросали камнями, этого уже нельзя было доказать. Люди в городе Сионе, не любившие его, спрашивали газету «Сан-Антонио» о том, что происходит. Газета в ответ рассказала обо всем, что они знали. Тогда Бобл и другие объявили, что Пархам гомосексуалист, и что он находится в тюрьме, и что он признался в этом, якобы. Вогл рассказал об этом в пику людям, работавшим с Пархом, но это еще не конец. Еще до того, как Пархам высказался в свою защиту, что все обвинения против него – это ложь, многие пятидесятнические периодические издания подхватили это известие и стали писать: «Нам нужно молиться за брата Пархама, а то смотрите, что случилось в его жизни». И они стали рвать с ним все связи. Пархаму так никогда и не удалось вернуть себе былую честь и уважение. Но он оставался в тупике, штат Канзас, и говорил: «Я верю, что
это было возрождение Пятидесятницы, крещение Святым Духом и его свидетельство. Он сформировал пятидесятническое учение в том виде, в котором оно существует сегодня. Он сформировал наше учение, в которое мы верим и которое мы проповедуем сегодня. Но из-за ложных слухов, которые люди верили, он потерял всякое уважение и честь, которое так и не смог вернуть. Только несколько поколений спустя люди сказали: «Это был великий человек, нам известно его имя, это действительно, и действительно мы его чтим. Я называю его отцом пятидесятничества, а Симора называю катализатором, которого Бог использовал на улице Азуза, чтобы разнести пробуждение пятидесятницы по всему миру». Позвольте мне еще заметить, в мире, в котором мы живем сегодня, во время, в которое мы живем, уста человека – самое сильное орудие, которое использует сатана, чтобы помешать движению духа и людям, которых Бог избирает, чтобы вести других. Наши слова должны быть духовно зрелыми. Иногда мы критикуем то, что нам крайне необходимо. Иногда мы говорим дурное о человеке, которого Бог посылает нам в помощь. Библия учит не принимать обвинения на пресвитеров, если нет двух или трех свидетелей. Но часто мы верим в лжи и разносим слухи, делая это потому, что нам это выгодно. Чуждайтесь этого, потому что в последние дни газеты, религиозные люди и прочие противники будут придираться к нам. Это происходит со многими известными лидерами сегодня. Некоторым нужно так не терпится подхватить побольше новостей. Другие ждут жареных фактов. Нам нужно знать, как отличать духовные вещи от недуховного. Держаться за то, что говорит ваше сердце, чтобы не ошибиться. Брат Пархам был человеком, с которым несправедливо обошлись. Но некоторые не оставляли его в покое всю жизнь. Они спрашивали: «Что вы скажете о своей жизни?» И он отвечал им: «Если мне предоставился шанс, я бы прожил ее точно так же». «Что вы скажете обо всех слухах и обвинениях?» Он ответил: «Я на смертном одре клянусь, что все это ложь. Я верю ему, ибо я знаю, что на что способны законники, чем и я, бывает, сам грешу иногда. Они ищут в чем-либо можно обвинить человека, чтобы подорвать доверие к нему, подорвать вашу репутацию, не спровергнуть вас и ограничить ваше влияние. Человек, противившийся Пархаму, Гогул из города Сиона, был плохим человеком. Он был человеком, не способным вести за собой. Людям нужно было найти другого, чтобы руководить Сионом. Быть может, это и была Божья воля для Пархама ехать туда и исцелять людей. Но то, что произошло затем, нарушило его планы. Несколько лет назад я обнаружил переписку между Пархамом и Джорджем Лейком. Лейк был у него администратором и организовывал его конференции. Они были вместе на служении, потому что он уважал Пархама как пятидесятнического лидера, как лидера Возрождения. Лейк говорил: «С тобой поступили несправедливо. Эти люди были великими. А дьявол всегда ищет такие места, где можно причинить боль». На улице Азуза белая половина собрания сидела с одной стороны, а черная с другой. Но сегодня настало время, когда люди могут быть вместе, как одна семья, чтобы насладиться крещением в духе и иными языками. Каждый человек может получить это благословение и пользоваться им. Брат Пархам до конца своих дней не переставал делать то, к чему он призван, и никогда не сдавался. Его дети последовали по его стопам в служении. Все они стали сегодня проповедниками. Моя хорошая подруга Полли Пархам, невестка Чарльза Пархама. Когда я был в Далласе, штат Техас, я навестил ее. Она рассказала мне истории, много историй, и даже молилась за меня. Я слышал этот сильный пятидесятнический голос. Она возложила на меня руки и благословляла меня. Мы говорили о великих людях. Я благодарил ее за время, проведенное вместе. Как прекрасно, когда эти великие люди, отцы и матери Израиля, возлагают на вас руки и благословляют вас. Это необычное благословение, которое вы получаете через книги или слушая проповеди, потому что служение возложения рук очень важно. Ранние пятидесятники верили в учение возложения рук для принятия крещения, для исцеления, для избавления от дьявола. Давайте теперь подведем итоги. Чему мы можем научиться? Я немного поделюсь с вами. Я хочу повторить главное. Движение духа будет зависеть не от цвета кожи, но от состояния сердца. Когда приходит движение духа, все расы собираются вместе в гармонии и единстве. Когда приходит Святой Дух, толпы народа получают спасение. Однажды кто-то сообщил, что на улице Азуза начался пожар.
Тот человек посмотрел и увидел пожар на крыше. Он закричал: «Крыша горит!» Пожарники быстро прибыли со всеми своими принадлежностями на улицу Азуза 312 и мигом кинулись к дому. Они спросили: «Где огонь?» Им сказали: «Нет здесь огня». Но они собирались его тушить. Там не было огня, но был огонь Духа Святого, который вы должны принять. И вдруг они увидели Божий огонь в виде находящегося огня на крыше. Также об этом говорилось в газетах, и об этом вы можете прочесть в христианской истории. Люди проходили мимо, занимались своими делами, и вдруг что-то с ними происходило. И по какой-то причине их что-то влекло именно на улицу Азуза. И там они принимали последнее крещение Святым Духом. Они дальше шли к друзьям и соседям и несли известие о делах Духа Святого. Происходили великие явления, великие исцеления. Людям нравились истории с улицы, о происходящем на улице Азуза, о том, как молодые люди получали крещение Святым Духом. Меня однажды спросили: могут ли дети принимать крещение Святым Духом? Как только они начнут это понимать, они могут его принимать. Однако они принимают его даже немного быстрее и легче, чем это делаем мы, взрослые. У детей простая детская вера. И если мы сумеем сохранить простоту в своем сердце, тогда нам откроются большие духовные глубины, и тогда Бог сможет использовать нас с вами. Мы даже не понимаем, что множество людей во всем мире еще не знают о Духе Святом. Они все еще младенцы в этом крещении. И мне нравится в книге «Деяния» история о том, как пришли апостолы в одно место и спросили людей: приняли ли вы Духа Святого? Они ответили: мы покаялись, мы имеем мир в сердце, наверное, это и есть Святой Дух. Мы крещены Иоанновым крещением. Эти люди были спасены, я рад этому, они пошли на небеса, но они не приняли крещение Духом для получения силы и служения. Во время проповеди не забывайте обращаться с призывом к покаянию и принять Духа Святого. За последнее время больше всего крещение Святым Духом происходило в церквях полного Евангелия. Я хочу побудить полные евангельские пятидесятнические церкви начать снова обращаться к людям с призывом принимать крещение Святым Духом. Я думаю, что мы могли бы послать больше людей, чем это делаем сегодня. Почему? Потому что мы начали уделять больше внимания проповеди спасения, а не Духу Святому. Но сегодня нам нужно оба эти Божьи благословения. Поэтому я побуждаю вас. Пусть люди получают крещение Святым Духом, языки и истолкования. Побуждайте их молиться на молитвенном языке в церкви и дома, чтобы они созидали себя духовно. Пусть вернется это крещение. Обращайтесь к людям с призывом приходить за крещением Духом Святым, который принадлежит им сегодня. Не бойтесь этого, не стыдитесь. Дух Божий за вас, Дух Божий хочет вас благословить и возвысить. Дух Святой никогда не осуждает вас, Он утешитель. То, чему Иисус был для учеников, живя на земле, тем Дух Святой является для вас сегодня. Он ваш утешитель, учитель и наставник. Он дает нам силы, чтобы помогать другим людям. Мы не можем помочь им своими силами, нам нужен Дух Святой. Еще в начале этого века Чарльз Бархам говорил: мы верим, что это именно то, что у нас есть. Слава Богу, что он не отступил от этого. Гонения не остановили его, обвинения не помешали ему, он продолжал проповедовать. Брат Симмер приводил людей к Богу, он продолжал проповедовать и благословлять людей. Крещение Духом стало распространяться по всему миру. И я говорю, оно снова возвращается к вам. Я побуждаю вас, будьте смелы, будьте сильны, пусть Дух Святой работает в вашей жизни. Чарльз Бархам родился 4 июня 1873 года и умер 29 июня 1929 года. Уильям Симмер родился 2 мая 1870 года и умер 28 сентября 1922 года.